Мне следовало сказать тебе с самого начала. Но думаю, я не был уверен, что именно мы найдем здесь. Путь делает нас счастливыми, а не цель. Все говорят тебе, что делать, что для тебя лучше. Они не хотят, чтобы ты сам искал ответ. Они предлагают свои. Люди боятся того, что творится у них в душе. Там страшно. Разум — рефлекторный орган. Он реагирует на все. Заполняет голову миллионами случайных мыслей. Эти мысли говорят о тебе не больше, чем веснушки на носу. Я принимал как должное все, что у меня было. Я не ценил свою жизнь. Мне страшно. Когда страшно, используй меч. Возьми его и изруби свой разум в клочья. Воину не нужно совершенство, победа или неуязвимость. Наоборот, полная уязвимость – это и есть истинное мужество. Мы идем уже 3 часа. Мы пришли? Куда? В место, которое я хотел тебе показать. Мусор мешает тебе увидеть то, что важно. Этот момент здесь. Сейчас. А когда окажешься здесь и сейчас, то удивишься тому, на что ты способен. И как ты в этом хорош. Ну ладно. Я это был готов увидеть. Всю дорогу ты радовался. Ты был счастлив. Да, я думал, что увижу нечто. Ты был счастлив, как ребенок в Рождество, ты сам сказал. Всю дорогу сюда тебя это радовало. Потому что 3 часа я шел, чтобы увидеть нечто чудесное. Ты должен еще многое узнать, чтобы понять то, что видел. Где ты, Дэн? Здесь. Когда ты, Дэн? Сейчас. Кто ты, Дэн? Я этот момент.